кто куда летел, кто кого обгонял и подрезал, астрономы впервые разобрали космическое ДТП с участием двух астероидов. Следствие провели космические телескопы «Хаббл» и «Свифт». Год назад в главном поясе астероидов астрономы нашли странный объект с хвостом. Тогда ученые поняли, что впервые видят осколки от удара двух астероидов. В том же году известный астероид Шейла неожиданно отрастил себе хвост. Наблюдения, проведенные Свифтом, исключили возможность того, что астероид стал кометой. Оказалось, что его хвост не содержал газов. Он состоял из пыли и обломков, выброшенных после столкновения с глыбой диаметром в 30 метров. Форма, эволюция и состав хвоста позволили воссоздать картину столкновения. Глыба неслась к астероиду со скоростью 18 тысяч км в час. Столкновение было касательным, при этом выделилась энергия атомной бомбы в 100 килотонн. Большая часть обломков упала на Шейлу, а мелкие частицы разлетелись вокруг. Пыль, сдутая солнечным ветром, образовала яркие волокна. Спустя две недели эти улики значительно потускнели, а через два месяца следы ДТП исчезли вовсе. Уже ничто не указывало на недавнее столкновение. Ученые считают, подобные удары происходят в главном поясе астероидов ежегодно.